We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Я работаю в Европейском банке реконструкции и развития. Сердечно приветствую всех на 16-м выпуске форума по управлению интернетом. И через несколько минут мы начнем сессию о глобальном восстановлении экономики. А теперь несколько слов о месте, где мы находимся. Мы находимся в городе Катовице. Некоторые из нас здесь на месте, некоторые будут с нами соединяться онлайн, и мы будем обсуждать некоторые последствия пандемии COVID-19, которые привели, зародили необходимость собираться, обсуждать возможности восстановить экономическое положение и обсудить факторы роста в развивающихся странах. Глобальный экономический рост не был возможным еще до пандемии, равно как и способы достижения целей устойчивого развития ООН. В настоящий момент у вас есть шансы использовать эти возможности экономического восстановления как шансы развития в сторону более устойчивого, инклюзивного развития. Цифровая экономика может сыграть фундаментальную роль как такая, которая создает шансы для человеческого развития, но и экономического развития. Это очень важно, чтобы мы инвестировали в технологии ICT, чтобы мы делали их доступными всем общественным слоям, и это один из тех уроков, которые мы получаем во время этого экономического восстановления. Тогда начинаем наши дискуссии. И позвольте мне представить участников дискуссии, но еще к нам будут некоторые присоединяться к нам через несколько минут. Итак, тут у нас министр по государственной администрации из Словении. Пожалуйста, несколько слов. Доброе утро. Это огромная для меня честь выступать на этой площадке. Мне придется извиняться перед вами, мне, к сожалению, придется уезжать раньше. Поэтому я прошу вас продолжать, не хочу забирать больше времени. Тогда, может быть, вы согласитесь прокомментировать этот вопрос, который поставлен в заглавии. Что касается уроков, которые мы получили как наследствие пандемии COVID-19, то я бы хотел сказать, что эта пандемия резко изменила то, как мы воспринимаем цифризацию, дигитализацию. Она, несомненно, ее ускорила цифровые технологии, которые в настоящий момент являются для нас необходимыми, чтобы мы могли продолжать работу, обучение, но и поддерживать общественные связи, делать покупки. Цифровые технологии позволяют нам продолжать нашу повседневную жизнь. Пандемия COVID-19 также показала нам, что мы можем принимать решения лучше с помощью соответствующего анализа данных. И такой ускоренный анализ данных необходим также и для развития малых и средних предприятий. Поэтому нам необходимо поддерживать внедрение продвинутых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей. И, как я раньше упоминал, эта ускоренная дигитализация связана со многими выгодами, но обнаружила и недостатки пространства дигитализации. И подчеркнула наличие цифрового исключения в различных регионах мира. Поэтому я считаю, что мы в первую очередь должны подчеркивать, что
ICT-технологии должны быть достоверными, они в центре должны ставить человека, должны быть справедливыми, чтобы цифровая трансформация была успехом, мы должны инвестировать в технологии, в связь, но и в построение новой компетенции тех людей, которые будут потребителями этой и пользователями этих технологий. Спасибо вам. Я думаю, что некоторые из участников нашей дискуссии на месте в городе Катовице. Я надеюсь, что министр коммуникаций и технологий Ияд Мохаддам Аль-Катиб из Сирийской Арабской Республики вместе с нами. Вы меня слышите? Да. Добрый день всем. Я очень рад, что могу присоединиться к этой встрече. Как вы, наверное, знаете, пандемия ударила по всему миру. Мы говорим сейчас о пятой волне коронавируса, о новом варианте омикрон. А чему мы научились в ходе этой пандемии? После 2019 года все города во всем мире проходили карантин. И это было связано с огромными вызовами, которые были поставлены перед правительствами отдельных государств. Эти правительства обсуждали, как предложить соответствующую инфраструктуру своим гражданам. Интернет позволил сохранить доступность многих услуг. Интернет доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Интернет стал, в принципе, нашим домом. И можно сказать, что дорожное движение было заменено движением в сети интернет. Значит, в интернете происходило многое. И сейчас огромным вызовом, который перед нами поставлен, является то, чтобы инвестировать в огромную телекоммуникационную инфраструктуру в интернет-сети с той целью, чтобы можно было ответить на вызовы, связанные с этим усиленным движением, потоком в сети интернет. Поэтому нам придется выделить огромные суммы для инвестиций в интернет. И нам все постоянно приходится развивать цифровые услуги. Цифровые услуги позволяют нам, может иначе, развитие цифровых услуг настолько быстро, так быстро развивается в сравнении с традиционными экономическими услугами, что нам приходится назначать для этого развития действительно большие суммы. Сердечно вас благодарю, господин министр. Я думаю, что господин Януш Чешинский, государственный секретарь по цифровым вопросам Республики Польша и уполномоченный Польши по вопросам кибербезопасности. Добрый день. Я бы хотел сердечно всех приветствовать в городе Катовице. Хочу приветствовать всех тех, кто с нами на месте, но и сердечно приветствовать участников, которые нас слушают онлайн. Благодаря технологии, которая изменяет внешность нашего мира, а в последние месяцы, на протяжении этих месяцев мы были свидетелями этих изменений. Потому что я вам напоминаю, что из-за пандемии предыдущий выпуск форума был отменен, а сейчас это уже следующее событие, в котором мы можем участвовать онлайн. Значит, технология показывает нам, как быстро изменяется наш мир. А когда речь идет о политиках, государственных деятелях, то обычно горизонт изменений — это следующие десятилетия, может быть, даже несколько десятилетий, может быть, несколько лет. А мы здесь доказываем, что можно изменять мир действительно очень быстро, и что это изменение может воздействовать на нашу жизнь буквально на протяжении нескольких недель или месяцев. Почему это возможно и почему я считаю очень важным то, чтобы эти изменения стали частью программы Объединенных Наций? А вот потому что технология — это то, что влияет на
экономику в беспрецедентном масштабе, несравнимым с другими услугами, предоставляемыми экономикой. И, конечно, необходимы очередные инвестиции, но когда они будут уже сделаны, мы можем использовать технологии, и потом эти выработанные решения мы можем распространить по всему миру, чтобы буквально миллиарды людей имели доступ к ним. Поэтому я считаю, что цифровая трансформация — это то, что резко ускорит темпы изменений. И я очень рад, что сегодня мы можем сказать, что цифровые технологии действительно изменяют мир. И, наверное, в прошлом таковы были видения футурологов, а мы сейчас уже являемся свидетелями этих изменений. И я рад, что мы можем об этом поговорить, и я рад, что события, которые сейчас проходят в Катовице, в очень важном для польской истории месте, что такое событие обладает глобальным охватом, потому что участники этого события могут не приезжать сюда лично, могут с нами соединяться онлайн. И еще раз позвольте мне вас встретить и желать вам благородных прений. И я вам благодарен и надеюсь, что смогу приехать в Катовице, так я надеялся, но из-за ограничений, введенных британским правительством, это не оказалось возможным. Прежде чем соединиться с остальными участниками дискуссии, я бы хотел вам передать сообщение, записанное на видео. Но кажется, нам не удастся поставить этот фильм. Дамы и господа, уважаемые участники, я хотела бы высказаться от имени ЮНЕСКО. Я рада, что могу участвовать в форуме по управлению интернетом 2021 года. Я постараюсь представить перспективу стран Азии и Тихоокеанского региона. До 2030 года регион Азии, этот регион, изменится резко. Очень важным элементом изменений будут цифровые перемены. Новосоздающиеся цифровые технологии уже сейчас изменяют то, как выглядит, как организован наш регион. Они оказывают влияние на все сферы нашей экономики. Применение новых технологий позволяет обеспечит цифровую связь всем жителям этого региона так, чтобы мы могли создавать инклюзивное в цифровом плане общество. К сожалению, нам приходится бороться с проблемами, такими как новый вариант коронавируса, омикрон, что означает, что пандемия не закончится на протяжении ближайших недель или месяцев. Поэтому нам приходится научиться справляться с этим, потому что еще долгое время очень большая часть нашей деятельности будет происходить онлайн. Не будем забывать и о том, что наш регион — это самый подзеленный регион с точки зрения цифризации. И так у нас есть крупные центры, которые используют цифровые технологии, но есть и регионы, которые в цифровом плане исключены. Практически половина из 4,1 миллиардов людей, которые здесь живут, остаются без доступа к интернету, что тоже необходимо учесть. Не будем забывать о том, что мы должны стремиться, чтобы обеспечить экономическое восстановление нашего региона, а это тоже требует применения цифровых технологий. Мы должны помнить о том, что необходимы инвестиции в технологии нового поколения, новый способ доступа к сети. И здесь все еще темпы не соответствуют нашим ожиданиям и потребностям. Поэтому нам нужно знать, что нам приходится действовать более эффективно. Новые возможности появляются практически на всех фронтах. Три вопроса. Первое. Вопрос предложения. Не будем забывать, что в регионе у нас есть возможности
осуществлять еще в более широком плане цифровые инвестиции в цифровые технологии. Мы помним, что во время пандемии 2020 года цифровые технологии в таких странах, как Китай, Корейская Республика или Сингапур, позволили обеспечить непрерывность деятельности, но и предоставить достоверную информацию обществу в режиме реального времени. Что касается вопросов спроса, то инвестиции в цифровые технологии будут иметь существенные преимущества для всех жителей в таких областях, как непрерывное обучение, включение детей во всемирный образовательный процесс или любые услуги для людей с инвалидностью. Все это приводит к тому, что мы создаем все более инклюзивное цифровое общество. Но, конечно, это требует и соответствующих урегулирований, а также решений, которые будут вводиться соответствующими органами. Мы стараемся, чтобы эти технологии внедрялись быстрее с партнерством между частным и правительственными секторами в этой области. Мы тоже должны налаживать сотрудничество между правительствами, гражданским обществом и частным сектором. Таким образом, мы сможем обеспечить доступ к цифровым технологиям инклюзивным образом нашим обществом и обеспечить устойчивое развитие этому сектору. Поэтому мы пытаемся разрабатывать практический план действия. Что касается расширения доступа к цифровым технологиям в нашем регионе на протяжении ближайших годов, то это план, который состоит из трех опор и 25 действий, касающихся связи цифровых технологий, их применения, а также преодоления цифрового пробела, так, чтобы у всех был доступ к цифровым технологиям. Надеюсь, что мы сможем сотрудничать также и с другими партнерами в рамках ООН, а также с международными организациями, которые обеспечат доступ к цифровым технологиям и ускорят цифровую трансформацию в пользу более информационно-инклюзивного общества. Спасибо. А сейчас возвращаемся в Катовице. И Юджин Мин, который является подсекретарем по социальным и экономическим вопросам. Как вы смотрите на этот вопрос? Огромное спасибо. Спасибо, Джонатан, за то, что вы являетесь модератором этой интересной дискуссии на тему экономического восстановления в мире. Я хочу поблагодарить всех участников нашей встречи и хочу также подчеркнуть, что я впервые на этом форуме. Хочу всех поприветствовать от всей души. Это уже 16-й выпуск цифрового саммита. И сейчас мы проводим саммит в гибридной формуле, то есть некоторые подключились к нам по интернету, а некоторые у нас с нами в Катовице. А у нас пандемия в мире, которая затронула почти всех людей. И у нас с этой проблемой мы сталкиваемся уже почти 2 года. К сожалению, цифровой саммит в прошлом году прошел полностью с помощью цифровых технологий, но в этом году у нас гибридная формула, что означает, что у нас появляются первые признаки нормальности, то есть мы можем встретиться уже здесь, на месте. Что касается моей организации, это единица по экономическим и социальным вопросам ООН. По последнему нашему опросу мы знаем, что экономический рост будет расти на 5-6% в 2022 году, 3,1% настолько упало ВВП в прошлом году, хотя темпы роста еще, возможно, недостаточны. Несомненно, во многих странах мы уже наблюдаем признаки первые ласточки роста, но, к сожалению, этот рост не является равномерным во всех странах мира. Наши анализы показывают, что около половины стран-членов ООН – это страны, в которых, к сожалению, уровень экономического роста не достиг того уровня,
который у нас был до пандемии. Это означает, что эти страны пока что не вернулись к своему уровню экономического развития 2018-2019 годов. Так что мы должны еще сильнее и более усердно работать, чтобы мы вернулись к этому уровню. Это у нас такова у нас ситуация в 2021 году, но мы не должны терять самоуверенности. Какие выводы мы можем сделать из того, что происходит в 2021 году? Мы видим, что у нас есть чего сделать. Во-первых, это вакцинация. То есть в тех странах, где вакцинация проходит правильно и эффективно, это, конечно, отражается на положительных признаках экономического роста и восстановления. То есть программы вакцинации помогают людям возвращаться к нормальной жизни, возвращаться на работу и также возвращаться к уровню потребления. Следующий момент – это инвестиции. В прошлом году или даже и раньше в этих странах, в которых были введены инвестиции, которые защищали жителей от эффектов и результатов пандемии, восстановление идет быстрее. К сожалению, это не во всех странах так. В некоторых странах возможности инвестиций достаточно ограничены. И это касается стран со средней ставкой роста и также развивающихся стран. Это означает, что инвестиции являются очень важным элементом. Но есть и еще один важный элемент, о котором я должен упомянуть. Это означает, что мы имеем в виду уровень доступа к цифровым технологиям. Мы это видели очень ярко за последние два года. Это именно цифровые технологии помогли нам, жителям мира, оставаться на связи друг с другом. Благодаря цифровым технологиям мы оставались на связи, и эти технологии ускоряют восстановление. Давайте будем помнить о том, что этот вопрос не достаточно развит во всем мире. То есть около половины жителей мира не имеют доступа к интернету. То есть они не могут извлечь пользу из таких процессов, как, например, онлайн-шоппинг или обучение по интернету, или же пользование медуслугами по интернету и так далее. Это означает, что вот в этих странах могут появляться проблемы в отношении темпов восстановления экономики. Так что доступ в интернет имеет непосредственную связь с восстановлением экономики. Что мы можем из этого извлечь? Какие выводы? Мы должны уговаривать все страны, чтобы они предпринимали попытки, связанные, во-первых, с внедрением программы вакцинации. И здесь у нас есть такая вот инициатива Всемирной организации по здравоохранению, которая должна обеспечить то, что 10% жителей каждой страны примут вакцинацию до середины 2022 года. Если мы сможем добиться этой цели, мы сможем мечтать о мире до пандемического уровня. Если нам не удастся добиться этой цели, тогда экономическое восстановление, экономический рост будут весьма затруднительными. И мы должны помнить о том, что все страны пострадали в результате пандемии. Например, туризм очень сильно пострадал. Другие секторы экономики также, глобальные цепи поставок. Так что давайте будем говорить о вакцинации, вакцинация, еще раз вакцинация. До середины 2022 года мы должны вакцинировать большинство населения. Следующий вопрос. Инвестиции, они необходимы. Не только инфраструктура имеется в виду, но и другие сферы деятельности. Мы имеем в виду другие инвестиции, которые позволят выжить малым и средним предприятиям. Этот сектор малых и средних предприятий является неоднократно
тем секторам, в котором образуется большинство рабочих мест. Так что вопрос занятости, вопрос новых рабочих мест – это актуальный вопрос во множестве, большинстве стран мира. Мы об этом должны помнить. Чтобы повышать уровень занятости в отдельных странах мира, мы должны заботиться об инвестициях, которые позволят нам избежать социального кризиса в очередном году пандемии. Но инвестиции должны укрепляться, и они должны направляться на то, чтобы помогать, в частности, помогать тем странам, которые пострадали больше всего в результате текущего кризиса. Это, в частности, очень важно с задолженностью. Многие страны, к сожалению, страдают от риска неплатежеспособности. Я надеюсь, что мы сможем в ближайшие месяцы помочь этим странам. И поэтому мы реализуем новую программу в рамках ИГФ нашего форума. Это новая программа, которая сосредотачивается на тех странах, в которых требуются конкретные инвестиции. Что еще можно сказать? Так что кризис, задолженность, вот это очень важный момент в некоторых странах. Так что мы должны сказать, что в прошлом мы сталкивались с экономическими кризисами, но мы должны постараться избежать очередного финансового кризиса в будущем. Что еще? Очередной вопрос. Что касается цифрового саммита ООН, мы должны использовать этот форум для того, чтобы разработать решения для большей цифровой инклюзивности, то есть цифрового включения, чтобы как-то справиться с этим цифровым пробелом. Мы хотели бы использовать именно этот форум в Катовице, чтобы обратиться ко всем в мире с просьбой работать в этих трех направлениях, поддерживать программы вакцинации, вакцинироваться, вакцинировать свою семью и благодаря этому помочь себе, помочь своей стране, помочь миру. Так что только когда мы добьемся соответственного уровня вакцинации, тогда мы сможем думать о том, чтобы вернуться к уровню до пандемии, в котором была наша экономика. Спасибо огромное, это очень важный посыл. А сейчас представитель Международного союза по связи Дорин Богдан-Мартин. Благодарю всех, благодарю нашего модератора, благодарю польское правительство, нашего хозяина. Это очень важно. Где мы находимся, чему мы научились во время пандемии COVID-19. Давайте вернемся еще к тому, что сказали предыдущие спикеры, насколько важна глобальная связь и насколько важной проблемой является цифровое исключение. Мы знаем, что пандемия COVID-19 способствует росту глобальной связи, это беспрецедентный масштаб. На 17% увеличилось число пользователей интернета на протяжении последних 2 лет. Но мы знаем с вами также, что 2,9 миллиарда людей в мире, то есть 37% населения мира, это люди, которые никогда еще не подключились к интернету. И во время пандемии у этих именно людей не было возможности получить доступ к образованию, к получению информации. И 4,9 миллиарда человек – это люди, у которых
доступ в интернет является проблемным, то есть либо у них связь слишком медленная, либо слишком дорогостоящая, либо они слишком редко имеют возможность пользоваться интернетом. И это приводит меня к моему второму аргументу, а именно здесь появляется большой шанс для нас, чтобы изменить к лучшему это видение глобальной связи. То есть мы должны работать в рамках партнерства. COVID-19 показал нам, как многому мы можем добиться, когда мы работаем вместе. Конечно же, вакцинация – это прекрасный пример такого сотрудничества. И об этом именно говорил господин подсекретарь в рамках Международного союза телекоммуникационной связи, телесвязи. Мы запустили весь пакет действий, связанных с пандемией COVID-19, и мы можем сказать, что все государства сталкиваются с такими же вызовами в будущем. Мы должны бороться против цифрового исключения, мы должны инвестировать в новую цифровую инфраструктуру, мы должны продвигать идею цифровой трансформации, мы также должны заботиться о цифровой устойчивости на случай очередных кризисов. Во время пандемии COVID-19 мы боролись с этими вызовами, но эти вызовы и трудности являются слишком большими, чтобы мы в одиночку могли с ними справиться. В рамках нашего саммита будет состояться также сессия, посвященная цифровой коалиции. Приглашаю вас принять участие в этой сессии. Я думаю, что все страны должны подключиться к этим совместным усилиям в сторону цифровой трансформации. А эта сессия пройдет в следующем... Сегодня, во второй половине дня. Дорин, спасибо за слово. Сейчас хочу попросить госпожу Симонетту Ди Пеппу, директор бюро ООН по космосу. Благодарю за микрофон. Время, в которое мы встречаемся, важно, потому что, с одной стороны, мы все сталкиваемся, боремся с вызовами, связанными с пандемией COVID-19. И что касается нашего бюро по космическому пространству, то я скажу, что мы стараемся, чтобы польза, связанная с завоевыванием космоса, была доступна всем. Мы стараемся расширять глобальную связь. И, как сказали уже некоторые из предыдущих выступающих сегодня на площадке, иногда кризис необходим для того, чтобы мы все предприняли совместные усилия. Что же касается технологических вопросов, то все еще мы сталкиваемся с существенными вызовами, связанными с доступом всемирного сообщества к сети интернет. Я скажу, что пандемия COVID-19 подтолкнула нас в некоторой степени в правильную сторону с точки зрения предоставления связи. С другой стороны, генеральный секретарь сыграл немаловажную роль в укреплении цифрового сотрудничества. И это сотрудничество, в особенности отчет генерального секретаря о цифровом сотрудничестве, также включает очень конкретные рекомендации по глобальной связи. Генеральный секретарь подчеркивает также, как важной является наша общая программа, our common agenda. А что касается деятельности нашего бюро, то космическое пространство очень существенным образом использует данные и инфраструктуру
которые имеют цифровую природу. Давайте будем помнить о том, что космическое пространство — это и тот фактор, который ускоряет достижение целей устойчивости Объединенных Наций. И что уже здесь подчеркивалось, ключевым для достижения успеха является партнерство. Я бы хотела подчеркнуть, что цель устойчивого развития номер 17 — это для нас цель с приоритетом, если говорить о совместных усилиях. Благодарю вас. А теперь я бы хотел, чтобы мы перешли к более углубленной дискуссии. С нами Теки Акутек Вальконер, которую я бы хотел спросить. Не стало ли препятствием пандемия в достижении цели устойчивого развития? Спасибо. Мне кажется, что пандемия показала, что мир более объединен, чем нам раньше казалось. Пандемия показала, насколько важной является технология, но также очень четко показала, что цифровое исключение касается все еще многих сообществ, например, общества Африки. Я вижу, что политики, внедренные в моей стране, не предотвратили нищете. И я вижу, что, к сожалению, уровень нищеты повысился, увеличилось число людей, которые голодают, несмотря на наличие доступных ресурсов. Нищету мы не предотвратили. Пандемия повлияла и на наше здоровье, и на качество образования. Я живу в городском центре, где я помогала мальчику, а во время пандемии этому мальчику пришлось покинуть школу, потому что у него не было доступа к технологическим инструментам, которые позволили бы ему участвовать в школьных занятиях. Итак, технология оказывается весьма существенной, что нам воочию показала пандемия, но она нам показала также и огромный пробел, бездну между развивающимися и развитыми странами, между богатыми и бедными. Мы это видим также на примере распространение вакцин. Я бы хотела во время этого форума поговорить о том, как важным является то, что ни одно из обществ не является одиноким островом. Они соединены друг с другом. Мы это очень ясно видели во время пандемии. Мы заметили, каким важным является то, чтобы никто не остался позади, не остался сам наедине с собой. Чтобы этого не было, мы должны быть убеждены, что наши страны сотрудничают друг с другом, что такое же делают наши экономики, что сотрудничают друг с другом также и организации гражданского общества, и мы все вовлечены в достижение цели устойчивого развития ООН. Спасибо вам, Джонатан, и я вам благодарен. А теперь я бы хотел спросить о том, каковы могут быть препятствия в достижении цели устойчивого развития Объединенных Наций. Поскольку вам придется вскоре нас покинуть, вопрос я направляю вам. Мне кажется, что существенную роль в ускорении цифровой трансформации играет связь, что уже было сказано другими выступающими, но на протяжении последних месяцев мы заметили, что связь не является вопросом выбора или предпочтений, но необходимостью, является тем, что позволяет нам пойти на работу или в школу. Поэтому я думаю, что очень важным является то, чтобы повышать охват широкополосного интернета, чтобы обеспечить безопасность сети 5G, что развитие цифризации должно проходить таким образом, который опирается на взаимоуважение и прозрачность. Существенные вложения придется сделать в будущем, чтобы добиться целей, которые связаны с глобальной связью. И нам придется это сделать, опираясь на интенсивное сотрудничество между
частными и правительственными организациями. Инвестиции в инфраструктуру в огромном масштабе, чтобы были возможны, то они заставляют нас друг с другом сотрудничать. И только тогда нам удастся обеспечить равный доступ к связи. И как сказал министр по государственной администрации Словении, мы стараемся поддерживать развитие связи совместно, используя средства, государственные средства. Мы инвестируем в развитие широкополосного доступа, вовлекаемся в инициативы под названиями «Интеллектуальные города», «Интеллектуальная инфраструктура». И будем надеяться, что нам удастся быстро добиться этих целей. Благодарю за возможность высказаться на этом форуме. Я всем вам желаю крепкого здоровья. И я вам благодарен и за то, что вы к нам присоединились. У нас осталось всего 6 минут, потому что мы должны точно в 12 закончить эту сессию. Поэтому я хотел бы предоставить слово господину Магомеду Алкатибу, министру по коммуникациям и технологии Сирийской Арабской Республики. Спасибо. Я думаю, что перед нами многочисленные вызовы, которые в первую очередь поставлены перед правительствами государств, если мы говорим о достижении целей устойчивого развития Объединенных Наций. Думаю, что крупнейшим вызовом являются инвестиции в инфраструктуру, потому что инфраструктура должна быть достаточно мощной, чтобы справиться с этим усиленным потоком, с усиленными потоками в интернете. Безусловно, нам необходимо установить многочисленные цифровые площадки, при помощи которых правительства смогут предлагать различные услуги своим гражданам. Имею здесь в виду особенно платформу по e-обучению или e-здравоохранению. Очередным вопросом, касающимся инвестиций в инфраструктуру, является то, что нам необходимо развивать телекоммуникационные сети, огромные телекоммуникационные сети. И это два таких вызова, которые мы будем обсуждать. Но огромным вызовом является и цифровой контент. Мы должны ускорить темпы появления контента в интернете. И здесь я опять имею в виду площадки, такие как e-здравоохранение, e-экономика, площадки для покупок в интернете. Мы также, безусловно, должны передавать соответствующие подходящие знания гражданам, знания о цифровых сделках. И еще одно, о чем я бы хотел упомянуть, то есть то, что важны и новые умения, умения, которыми будут обладать работники. Имею здесь в виду не только частный сектор, но также и государственный, общественный. Придется снабдить новых работников новыми умениями, навыками, которые облегчат им осуществление цифровых сделок. Поэтому я думаю, что перед нами необходимость создать новую программу высшего обучения, что нам необходимо подготовить всех учащихся к цифровой трансформации. Такая цифровая адаптация очень важна в контексте образования новых работников. Спасибо. У нас буквально перед нами 5 минут. Я бы хотел спросить о следующем. Мы знаем, что довольно высокий процент мировой популяции остается без доступа к интернету. Что, по-вашему, можно было бы сделать, чтобы ускорить этот процесс цифризации, чтобы предоставить доступ к интернету всем жителям Земли? И, пожалуйста, я прошу давать короткие ответы, времени у нас не в обрез.
Что могло бы помочь? Безусловно, усиленное международное сотрудничество. Если мы говорим о цифровизации, то мы не можем забывать о том, что в сегодняшнем мире все еще 800 миллионов людей остаются без доступа к электричеству. Для тех, у кого нет доступа к электричеству, в принципе, смысла не имеет разговора о цифровизации. А если же речь идет о доступе к электричеству, то это очень тесно связано с доступом к цифровизации, к интернету. И поэтому я вначале сказал, что необходимо международное сотрудничество между севером и югом. Это сотрудничество на международной арене станет критичным, и чтобы добиться этой цели, нам необходимо создавать международные коалиции. Организация Объединенных Наций может в данном контексте сыграть очень, очень важную роль, но нужна еще и поддержка со стороны государств-членов, а также других групп интересов. На протяжении ближайших лет нам придется предпринять совместные усилия, чтобы обеспечить доступ к цифровым технологиям тем, кто самые бедные, чтобы мы могли говорить о глобальном доступе к интернету. Спасибо. И я вам благодарен. И еще вопрос к Дорин Богдан Мартин. Моя роль очень сложна в конце этой встречи, но я предполагаю, что нам придется справиться с барьерами в доступе к инфраструктуре. Мы должны улучшать цифровой контент, и, безусловно, нам придется действовать совместно в пользу цифровизации. Госпожа Симонетта Ди Пиппо, скажу очень сжато. Нам необходимо ускорить достижение цели устойчивого развития Объединенных Наций. И мы, наше бюро, безусловно, будет оказывать поддержку в этом процессе. А я бы сказала, что важнейшим является доступ. А доступ к интернету может означает, что этот доступ не может быть слишком дорогим, что мы должны повышать способности в области цифровизации, мы должны гарантировать соответствующую инфраструктуру. Когда же мы говорим о том, что у людей должен быть доступ к интернету, то это означает, что мы должны также оставаться на связи с этими людьми, которые доступа к интернету не имеют. И господин Тишинский в конце. Я сделал такой быстрый подсчет. Буквально с обратной стороны конверта. Мне кажется, что нам не хватает 100 миллиардов евро, чтобы у 3 миллиардов людей был доступ к интернету. Я думаю, что это абсолютно осуществимо. По-моему, это абсолютно можно сделать. 100 миллиардов евро. Это все. Сердечно благодарю. Когда вы это говорите в таком тоне, то это кажется осуществимым. Сердечно благодарю всех участников дискуссии. Извиняюсь за задержку с началом. Благодарю за ваше время.